по секундам запоминаю, что мне куда надо записать. 39 говорю, 39 на дзен. 39 на дзен еще надо записать, закинуть. Еще я путаюсь, бота. Куда, что загружу. Еще бота. Так, ты написал, куда я ложку делала? Только что здесь ложку видала. Ты не брал ложку? Не брал. Не брал? А куда я ее? Я ее в руках, наверное, подержала и обратно убрала. Духовку включила. Вон она у меня, ложка-то. Ты что будешь делать? Пожрать буду делать. Херли мне делать еще. Ты в курсе? Я в курсе. А ты в курсе? А ты в курсе, что вот снег, когда вот снег, это Новый год, и вот надо елку нарезать. Ты знаешь, в каком я курсе вообще? Конечно, я знаю. Как не знаю? Елку будем наряжать, ставить будем елку. В старом доме ее забить лучше. Я выбросила ее, Максут, уже она вся рассыпалась. Она старая уже была, веточки сыпались от нее. Мы другую приобретем елочку, ладно? Ладно. Купите еще одну елку. Хорошо. Красота! Я знаю. Девчули, пожрем. Еще картошечку вареную туда. Ну ладно, посмотрим. Вот так. Ой, извините, пожалуйста. Ну, это я всем не смешно. Перепутал. Ты это мне сейчас сказала, или ты сам с собой разговариваешь, займая? Это совсем не смешно. Блин, как же тебя запихать туда? Корыто маленькое. Я это тебе говорю. Мне не надо, чтобы из него соль-то повытекалась. Там же сочно будет все внутри. Ладно, разберемся потом. Надо сначала начинить. Еще и все помидоры нахрен туда не влезут, зараза. Охренеть. Ты это влез боком, боком, боком. Боком я его засунула, боком. Вот это маленькое может быть. Большое мы, наверное. Ну ладно, сейчас. Еще бота. Че? Еще работа у меня. У тебя работа? Да. Это молодец, потому что у меня. Я в тебе не сомневалась. Мясо, мяю, мясо. Еще одну маленькую надо найти. Большие, блин, остались. Вот это вроде гнется, зараза. И все. Что-то у меня один висок задергался. Предупреждение какое-то мне сигнализирует. Магнитные бури, что ли, будут. Так, согнем чуть-чуть. И вот сюда его. Вот и все. Вот. Оно уже потом будет нормально. Устойчиво. Все, бота у меня. Так. Так, вот это сейчас сделаем. Еще вот. Чистим бутек и утюг. Утюг и утюг. Утюг. А здесь вообще мало остается места, блин. Я что туда запихивать буду? На, один как раз два влезет, сейчас засунем, третий лопнул нахрен. Вот так вот. Я запарилась, честно. У меня полная раковина гора. Сейчас еще посуду мыть драйвер. На кухне подтереть надо. Я в полном шоке нахожусь, девочки. Вот, все, сейчас еще одна. А та лопнула, хер с ней. Был бы еще сыр. Ай, ням-ням-ням. С сыром-то как было бы вкусно. Было бы вообще офигенно. Это вот так вот. Все, я пописал, мам. Пописал? Да. Ай, красоту какую мне написал. Это вот я вот в садик отнесу. Ага, хорошо. Это я себя сам собой выписал. Да, правда? Да. Какой-то у меня сладкий мальчик, молодец. Я уже все буквы знаю. Еще кроме вот этой буквы. Ну, у нее Зарина тебе подскажет, что это за буковка, ладно? Так я уже знаю. Вот. Ой, молодец. Это я себя сам выписал уже. И написал, и вот так, и вот здесь внизу, а то там ничего нет.
И вот так, и вот так, и вот так. И вот так, и вот так, и вот так. И вот так, и вот так. Ну, вроде все. У меня еще работа долгая. У меня, говорит, еще работа долгая. Я завтра... Можно я завтра пойду в больницу? Мы завтра с тобой полетим в нее, ядреный его батон. Ой, сырое мясо. Ты меня путаешь, Максот. Ты меня всю запутал, ядреный батон. Ну все, это я сейчас туда. Увидимся, девчули, когда будет готово.